В Омске все больше заболевших гриппом и ОРВИ. Эпидемия не идет на убыль. По данным областного Минздрава, в регионе болеют около 16 тысяч человек. С сентября прошлого года до настоящего момента лабораторно подтверждены 40 случаев гриппа. 37 МЧ заболели гонконгским, двое свиным, еще один заразился гриппом типа Б. Сейчас в регионе на карантин полностью закрыты 3 школы, 1 детский сад, в остальных учреждениях отдельные группы и классы. С диагнозом пневмония в стационарах находится 274 человека. В Минздраве напоминают, что заниматься самолечением опасно, и при первых признаках заболевания лучше всего обратиться к врачу.